Всем привет, с вами Бензинович, и мы идем на испытание «Пропавший сокол». Будем пользоваться багом. До новых встреч, с вами был Бензинович. Вперед! Ну чё, готовы на испытание? Втроем, блядь. Атомик тама. Блядь, надо Атомика исключить. Он, прикинь, он прибежит сюда, или он не сможет прийти. Так не я же лидер, Юра, исключи его. И сделай это вообще, чтобы никто не пришел. Сделай скрытую, не для друзей, просто скрытую. Ну что, пошли на испытания. Тот отряд по-прежнему не выходит на связь. Надеюсь, это просто батальон их глушит. Если подберешься поближе к источнику сигнала, Исаак сможет его расшифровать. Только не дай себя убить, ладно? Мы пока не знаем, с кем имеем дело. Сейчас посмотрим. Это ебать, они дробаши сразу будут выхуяли. Давай, короче, отсюда их снимаем. Еще один минус. Да сейчас, подожди, подожди. Серьезно идем. Агент спецотряда ранен. Так. Сейчас мы захуярим их там. Так, нормально. Осталось два... Там два говноеда осталось. Так, попробую Юрку поднять. Я поднимаю, Ну давай, я пока тех это... Подамажу. Граната. Да, блядь, меня убили, поднимите меня кто-нибудь. А, забить, чтобы они не отвлекали на нас. Да-да. Все, так. А ты дырку сделал, смотри, мой дырку. Маяк, отвечай! Это 102! Нас прижали, у нас потери, нам нужна срочная эвакуация! Ну, сейчас спустим сюда, поменяем скилы. Ради бога, вытащите нас отсюда! Может, сразу же ты отстал, но электрон не пускает. Окей, сейчас, все переделаем. Бегу, бегу! В золотом шмоте. Ну и чё там? А вон у кого-то там аж открылось. А, у меня там открылось. Нифига ты все залипал. Сейчас, подожди, откатится у меня. Я, короче, пойду пока БТР поебашь. Да-да, поебашь БТР, короче. Есть, прилез. Нормально, всё. Здравствуйте, мобы. Заебца. Давайте хули ебашит войска. Все. На пиздец ты че. Так, 60. Нормально, нормально. Завалим его. Ну, потратим полтора часа, зато получим крупки на всякую хуйню. Это крупно получим, и, бля, крупку получим. На все получим, на все до себя будет хорошо. Посмотрим, может, они беспонтовые. Да.
давай чипсы. Ё-моё, там всё уже одна химия. Один раз живём, хули. Передислокация. Юрику освободил место. Ну вот так вот, наверное, что подставим, вот так вот проходили простое. А что они испытания-то очканули проходить? Типа вот, бля, вот, самый тупый, вот, лес, типа, мало. И чё, бля, они тупые какие-то, да? Они тупые, нахуй, это вообще. Я буду крепить, что надо. Они гоблины, ёпта, блядь. Да они мобаки, ебаные. Но. Они просто очканули, ёпта, просто очканули. Ебать, пиздец. Испугало, знаешь, количество времени, ёбаный рот. Это здесь тебя никто не бьет, они просто испугались время, ёбаный рот, блядь. Это охуеть. Я посмотрю, как проходить будет, когда пофиксить эту хуйню, и сколько времени нужно будет для этой миссии, блядь. Сколько нервов надо будет. Да. Сколько тебя будет хуячить, потом ты будешь опять заново начинать. Я посмотрю, сколько. Часов 8, 10 нахуй. Я посмотрю, блядь, на них. Я ебал в рот нахуй. Зато мы уже ебанем. Хотя бы раз мы это сделали. Да. И все, мы уже будем довольны. Мы сделали это нахуй. Посмотрим, стоит вообще как-то. Может, и не стоит, а может, шляпа какая-нибудь. Мы чисто можно сделать наши закрутки, например, и все, а там нахуй. Да, нахуй. Тут говнолук какой-нибудь выпадет, блядь. Раз в неделю, если, блядь. Если сет выпадет, то пиздец, конечно. Выпадет тебе? Да. Лопата гробовщика, ёпта, выпадет. Пока спали. И лопата гробовщика. Да, скоробеги, сапоги, блядь, высоких хорохода, блядь. И фалос бога тоже. Фалос бога, блядь. Да, это для Тёмы, для божьей твари, блядь, фалос бога, блядь. Ёбаный врут, тебя сейчас мобы убьют сейчас. Нихуя вы, блядь. Да, электроника нормально, смотрите, наушники мне задамаживали, да. Да. Что, может, поменяемся местами, что мне так заебал? Сука, блядь. Тут надписи есть. А той надписи нет. Пояс армии. Наверное, типа. Наверное, спёр. Откуда я знаю, что тебе током? Вот электроники много. Перекачал. Да. Вот нажать, когда больше, чем у меня электроник. Аллах Акбар. Да. Это не я. Это Тёма. Да, вообще охуя. У тебя нет их друзей, этих говноедов-то? Где это? Которые, да, сегодня это были. Есть один, есть. Вот ему и потом напишешь, когда мы пройдем. В куртку оденешься, скрин сделаешь, видал. Скажи, и то, что вы мне там рекомендовали, это хуета это. За урон дали, бля. Нормально осталось вам. Нихуй. Ебать, один кубик и все. И испытание пройдено, бля.
Охуеть. Ну там это хуйня. Главное броня. Да. И с какой просто будет забавляться быть. Батя не тормоза, вот эти, блядь, два дауна, которые там обосрались, батя не тормоза. Бля, никнейм-то я, блядь, не знаю, я бы, блядь. Юра, блядь, ну чего ты стреляешь по мне? Негодник. Юра, кикаем, кикаем, мы почти кикаем. Юра, хватит стрелять по мне. О-о-о. Нахер это сделал? Вот я придурок, сам себе. Да, осталось чуть-чуть. Чуть-чуть осталось брони. Это вообще полный жесть. Хуяк. И главное, мы в золоте и все, и пизда. Почему я не в золоте? У меня только на коленнике изумрудный и его кобура. А у меня остальные... фиолетовые, две золотые. Ну и фиолетка тоже есть, по-моему, или золотые. Зона зараженная зона, а люди в зоне зараженной бегают в обычной одежде, да? И друг другу еще передают шмотки. Бля, урон никому не нужен. Осталось чуть-чуть и все, броню будем снимать. Это будет победный марш вообще. Осталось вообще чуть-чуть, бля, вообще чуть-чуть. Все нету, нет, еще есть. А нету, все нету. Все, валим его, бля. Все, жизнь пошла от него отниматься. Заебись. Сейчас мы получим шмот. Бля, да что поставить? Посмотрите, сколько, да, уже это? Ну да, это тут-то легко. Да. У тебя же такой же, Тимур, ДПС, когда ты по мобам стреляешь. Да. Когда они промахиваются, тебя прибавляет. Вот это они не промахивались, и у них прибавилось. Ну да, почти, да я сам. Я сам охуел, когда увидел. Ну это видишь, когда сет собран вот из этих, из четырех штук этого боевика, то он так вот прибавляет. Пацаны, уже меньше половины. Да. Осталось. Минут на 10. Да нафиг это другому, мы и так пройдем. Нахуй. Нет, если... Да мне кажется, если по-другому проходить, блядь, больше времени уйдет. Если этих мобов плюс валить, это пиздец. Сейчас, блядь, вот. Вчера как нас убили, или не кажется? Да, я рассказывал, блядь, нас нагнули-то.
А, сейчас? Нифига себе. Видишь, а ты иди пока на электроне, почему-то. Да-да-да. Всякий шмот, похуй какой, можешь там даже купить какой-то на электронику, там за деньги его перекрафти, там 2000, по-моему, денег. Похуй, все в электронику вкачивай. Ну свой, конечно, шмот-то не разбирай. Просто такой дополнительный сделай. Самый дрявый, похуй. Погоди, пока не вступай. Потому что хрен знает его, подожди чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Смотри, кидай щит нас. Я тоже кидаю щит. Ну давай. Надо мины подождать. Давай, три мины кидаем и одновременно взрываем. Подождите, да. Давай. Расскажи, когда у меня откатилось. Откатилось у меня. Подожди, у меня почти. Я поставил, давай. На счет три. Раз, два, три. Нихуя, а что тут выпало? А где эта куртка? Куртка батальона выпала! Охуенно! 40 кредитов Феникса, 72 тысячи кредитов. Ебать, мы это сделали! Похлопаем. Охуенно! Ебать! Мы сделали это! Отдыхать еще рано. Конец связи. Кабура этого. Стай, кабура вот эта, которая нужна нам. Белая кабура. Ну-ка, что за куртка батальона-то, бля? Мне как раз 5 вещей будет. О, это куртка такая фуфлова батальона. Я тебе сказал, что она фуфлова.